там уже грустят человечки, а так уж слишком долго нет у нас. Боже, по оранжевой речке, там уже грустят человечки, а так уж слишком долго нет у нас. Мы встречаем Петренко Леру и Лахину Анастасию, 7-й Б. Название номера – начало. Сцену Зарубину Полину, 1 Г, с художественным произведением про Катюшу. Аплодисменты! На дворе мороз, в поле плачут волки, снег крыльцо занес, выбили все елки, в
комнате тепло, печь горит алмазом, и луна в стекло смотрит круглым глазом. Катя, Катенька, Катюшка уложила спать игрушки, куклу без волосы, собачку без носу, лошадку без ногу, коровку без рогу. Всех в комок, в старый мамин чулок, с дыркой, чтобы можно было дышать. Извольте спать, а я займусь стиркой. Ай, сколько пен, забрызганы стены, тазик пищит, вода болтается, Катюша пыхтит, табурет качается. Красные лапки полощут тряпки, над водою мыльную выжимают сильно-пресильно, и в воду снова готово. От окна до самой печки, словно белые овечки, на веревочках висят в ряд лошадиные жилетки, мешки на салфетке, собачьи чулочки, куклины сорочки, пеленки у кукриного ребенка, коровьи штанишки и две бархатные мышки. Покончила Катя со стиркой, сидит на полу растопыркой. Что бы еще предпринять? Кошке залезть под кровать, забросить за печку заслонку или мишку постричь под гребенку? Мы приглашаем на сцену Несмеянову Валерию, 1Б, номинация вокал «Леди Джаз». Do you like?
встречаем сестер Абулкенш, Нур и Санди, с названием номера «За стеклом». Аплодисменты! Аплодисменты, мы встречаем Иванову Викторию, 4 А, номинации «Гимнастика», «Этюд». Yeah.
мы приглашаем на сцену Редькину Анастасию. Названием номера «Голос», 6-й выпуск. Встречайте! Инструментальная музыка. Артист эстрады. Встречайте!
приглашаем на сцену Абдрашитову Яну и Рожину Катерину. 8-й Б. Еще мне очень хочется напомнить, что все благодарные зрители сидят в зале очень тихо, когда выступают ваши ребята. Одноклассники, друзья, они очень волнуются выходить на эту взыскательную публику, а вы вести себя не умеете. Мне очень печально, как шевелится там народ, и постоянные хождения из зала в зал. Это недопустимо при концерте. В нашей школе этого делать нельзя. Прекратите ходить и шевелиться, идет концерт. Только аплодисменты. Никакого шепота. Дети очень волнуются. Вы их должны поддерживать. Иначе не надо приходить. Запомнили? Аплодисменты артистам.